Принципы непрерывного образования были в центре обсуждения сегодня в столице. Представители профильных министерств более 20 стран приехали на международную конференцию, чтобы поделиться своим опытом. Среди прочих вопросов и новые формы обучения, языковая политика и цифровизация сферы образования. Также в работе конференции приняли участие международные эксперты, в том числе из штаб-квартиры ЮНЕСКО. Ученые в один голос отмечают, Казахстан в преобразованиях учебного процесса идет в правильном направлении. Однако работы еще много. Это и переподготовка преподавательского состава, наличие современной инфраструктуры, а также доступность среднеспециального и высшего образования. Но самое главное – переформатирование общества на психологическом уровне. Поэтому как это делать, как привлечь, как среди молодежи уже новые навыки, новые привычки обучить и знать, чтобы то, что они получили после окончания или средней школы, или высшей школы, это только начало. Для этого это важно.